Наклоны по-губкински, вращение руками и прыжки. Утро начинается не с кофе. Вращение кистями. 8, 7, 6, 5. Губернатор нет, не халтурил, все повторял, я следила. Это очень волнительно было на самом деле, но это очень приятно провести зарядку именно с ним лично. Не халтурили и губкинцы. На площадке перед Арктикой собрались спортсмены. Все они сдали нормативы ГТО на золото. Спасибо за такое бодрое утро. У нас сегодня очень интересный, насыщенный день. И спасибо за заряд энергии, который получил вместе с вами прямо здесь. Отлично развивается спортивное движение в нашем самом молодом городе Ямало. И сейчас с удовольствием хочу отметить тех, кто заслуженно получил звездочки, свои награды ГТО. Золотые знаки получили 12 губкинцев. Все они сдали нормативы еще до режима повышенной готовности. Я приседала, качала пресс, отжималась, прыжок сдавала еще. Мне помогал папа и учительница по физкультуре Елена Михайловна. Сдавали дружно, коллективом. Впечатления позитивные. Очень рада получить такой знак из рук губернатора. Общее фото и вот обладательница золотого значка ГТО Вера Устина подходит к Дмитрию Артюхову с необычной просьбой оставить автограф. Судьи будут к нам строги, но в конце концов, поверьте. Когда мне пришло настроение, я подумала, а почему бы не сделать автограф? Спросила у Дмитрия Андреевича, он говорит, ну не вопрос. И потом, конечно, я подбежала, и оказалось, что это вообще первый автограф Дмитрия Артюхова на удостоверение ГТО. Так что мы в этом плане пионеры, губкинцы. Губкинцы зарядились энергией вместе с губернатором. А вместе с ними начали утро активно. Зинаида Исаева, Денис Гимп, новости Губкинского.